Я приветствую всех любителей мордобоя. В этом видео вы узнаете о самых величайших рекордах из мирового бокса. В свое время Мухаммед Али смог дважды вернуть себе чемпионский титул. В 1964 году он победил Сонни Листона, завоевав титул чемпиона мира в первый раз. Однако в 1967 году Международная федерация бокса лишила его этого звания по причине того, что он отказался отправиться воевать во Вьетнам. Кстати, помимо лишения титула, ему также грозил и реальный тюремный срок. Однако до этого дело не дошло. Но Али вернулся в бокс через 7 лет, отвоевав то, что ему принадлежало по праву, нокаутировав Джорджа Формана. А еще через 4 года он отобрал этот титул у Леона Спинкса. Правда, Али не единственный боксер, проделавший такой трюк. Его соперником в этом деле стал не менее именитый боец Эвандер Холифилд. Впервые став чемпионом в 1990 году, уже через 3 года ему пришлось отвоевывать награду у Риддика Боуи. А в 1996 году состоялся бой за звание чемпиона, в котором встретились две легенды. Тогда Холифилд вновь одержал победу над соперником, оставив неудел самого Майка Тайсона. Следующий очень необычный рекорд – это просто единичное событие. Это вся боксерская карьера длиной в 8 лет. Блистательный и легендарный боксер Рокки Марчиано не проиграл за всю свою профессиональную карьеру ни одного боя. Из 49 проведенных боев 43 он выиграл нокаутом. Скорее всего, поэтому Голливуд решил снять про Рокки Марчиано целую серию фильмов, которые в итоге стали не менее грандиозными, чем его заслуги. Шесть часов 15 минут продолжался самый долгий бой без перчаток между Джеймсом Келли и Джеком Смитом в Австрии 3 декабря 1855 года. А самый продолжительный поединок в перчатках зарегистрирован на встрече Энди Боуина и Джека Берка в Новом Орлеане 7 апреля 1893 года. Бой длился 7 часов 19 минут с 9 часов вечера до 3:30 утра следующего дня. Было проведено 110 раундов. В те времена раунд заканчивался при падении одного из соперников. Этот умопомрачительный бой закончился ничьей. Самый короткий бой в истории бокса продлился всего 10,5 секунды, включая 10 секунд на отсчет рефери. В 1946 году в США во время боя один боксер подбежал к другому и нанес ему сокрушительный удар в тот момент, когда соперник еще находился в своем углу ринга. Однако это произошло после гонга, так что нокаут был засчитан. Есть еще один уникальный случай, когда бой завершился досрочно в кратчайшее время. В 1947 году во время турнира «Золотой перчатки» Майк Коллинз нокаутировал своего соперника на 4 секунде, после чего рефери остановил бой без отсчета 10 секунд ввиду явного преимущества соперника. Самое максимальное количество раундов в истории бокса зафиксировано в бою между Джеком Джонсом, который победил в этом бою, и Пэтси Тенни. Бой длился 4 часа 30 минут и состоял из 276 раундов. Поединок состоялся в далеком 1825 году в Великобритании. Самый быстрый нокаут был зафиксирован в Лондоне на соревнованиях профессионалов 20 ноября 1922 года. Джек Кейн нокаутировал Гарри Димера за 11 секунд, причем в это время вошли 10 секунд, отчитанные рефери, зафиксировавшим нокаут.
Этот рекорд смог повторить Хью Келли, нокаутировавший Стива Кудда в Глазго 14 мая 1984 года. А знаете ли вы, кто считается величайшим нокаутером в истории бокса? Самое большое количество побед нокаутом – 145. На счету у американца Арчи Мура. Он одержал их с 1936 по 1963 год. Причем из них 129 в профессиональных боях. Великий полутяжеловес получил прозвище «Старый Мангуст» за огромный опыт и почтенный по боксерским меркам возраст. Самым толстым боксером за всю историю бокса считается Биг Смоук, Человек-гора. Его вес составлял где-то около 310 килограммов. Вы только представьте, каково ему было передвигаться по рингу с таким весом. Среди боксеров иногда встречаются и великаны. Таких было несколько за всю историю бокса. Румынский спортсмен Гоге Митту был ростом 2 метра 23 сантиметра при весе в 158 килограмм. Еще одним гигантом был Джон Ренкин, рост которого был также 2 метра 23 сантиметра. Вы только попробуйте таким боксером достать до головы. Скорее всего, вряд ли допрыгнете. Знаменитейший американский боксер Майк Тайсон по прозвищу «Железный Майк» является обладателем нескольких мировых рекордов, не побитых до сих пор. В 20 лет Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе, выиграв бой у канадца Тревора Бербика на чемпионате Всемирного совета бокса. А в 21 год Тайсон завоевал титул абсолютного чемпиона мира после победы над американцем Тони Такером на первенстве Международной федерации бокса. О каких рекордах бокса, которые не попали в это видео, знаете вы? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях.